Вот такая маленькая тетрадочка. Говорят, это щенячий патруль, что ли. Ни разу не смотрел. Наверное, бред какой-нибудь. Ладно. Вот эскизики. Бой на смерть. Это дракончик летящий на коврике, самолетики. Это огненная грусть. Это просто чувак с копьем. Это вот непреодолимая похоть. Это разминка утренняя. Это человек, который испытывает к вам жалость из-за вашей неполноценности. Тут я уже раскрасил, но я не знаю. Шавка злая. Я вот думаю, раскрасить, не раскрасить все вот это вот. Любитель собак. Когда собака второе я. Это что-то не получилось. Наплевать. Это любитель дешевых, но эффектных фокусов. Это отдых на котике. Еще отдых на котике. Это девушка с островолосой прической. Потом опубликую, когда все раскрашены. Это момент перед тем, как взмахнуть волосами. Ну и все. Вот такая вот тетрадочка.